При взгляде на этого парня хочется назвать его животным. Безбашенным фриком, универсальным солдатом, короче, кем угодно, но точно необычным человеком. Андрей Суханов из Иркутска. В основном он занимается кроссфитом, но сам говорит, что является приверженцем функционального бодибилдинга. Андрей обладает феноменальным качеством мышечной массы при очень впечатляющих силовых и выносливости. Более детально сразу после рекламы. My Protein. Оригинальный спортбит My Protein теперь с доставкой прямиком из Англии. Ссылки на их официальные сайты в описании под этим видео. Постоянные скидки и акции, и поверх них промокод от Спортфазы. 25% на первый заказ и 20% на любые последующие. Начал свой спортивный путь наш герой с плавания. Прозанимался им 11 лет с 6 до 17 и получил КМС. Потом увлекся тяжелой атлетикой и после этого в 21 год попробовал свои силы в народном жиме, пожав в своей весовой категории 90 кг 30 раз, выполнив норматив мастера спорта. Несколько лет назад он открыл свой зал, где он и пашет как лошадь, передавая свое ремесло другим. До фанатизма предан своему делу. К слову, на момент открытия вес нашего героя составлял 90 кг, а сейчас он весит 83 сухого качества при росте 182 сантиметра. Тренируется Андрей два раза в день, и это не считая плавания. Утром он делает акцент на кардио, гимнастика, в нее входят упражнения на кольцах, выходы сил на турнике, ходьба на руках. Вечерняя тренировка акцентирована уже на силовое развитие и взрывную силу. Каждую тренировку он начинает с рывка из тяжелой атлетики. Работа происходит по таймингу. За 10 минут он выполняет 20-30 повторений, 80-90% от своего максимума по весу. К слову, это от 90 до 110 кг. После этого обычно идут базовые упражнения, либо приседания, либо жим штанги лежа. Но и на этом тренировка не заканчивается. Он переходит к кроссфит-комплексу, который уже, в свою очередь, завершается кардио и опять гимнастикой. По питанию. Если речь идет о наборе, то калораж составляет 3500 в сутки, на удержание 3000 килокалорий в день. За день стандартные 5 приемов пищи, 3 основных и 2 перекуса. Также он всегда оставляет легкое чувство голода после каждого приема пищи. Вредных привычек не имеет, алкоголь не употребляет вообще, причем уже на протяжении многих лет. А теперь пройдемся по его силовым. Рывок 120 кг, толчок 140 кг, жим лежа 170 кг, приседания со штангой на спине в полную амплитуду 200 кг и, наконец, становая тяга в классике 240. Андрей является неоднократным участником и призером соревнований по плаванию на Дальнем Востоке, а также призером коммерческих соревнований по функциональному тренингу в стиле кроссфит. Кстати, его показатели по кроссфит-комплексам Френ 2 минуты 22 секунды и Грейс 1 минута 28 секунд. Андрей семьянин, у него жена, которая также, кстати, занимается кроссфитом, а до этого занималась фитнес-бикини, и сын, который вместе с ним регулярно ходит в бассейн и плавает. Если говорить о соцсетях нашего героя, то пока в том же Инстаграме подписчиков у него совсем немного. Но я уверен, что это очень скоро изменится, потому что постинг в его Инстаграме очень информативный, форма просто потрясающая. К тому же я знаю, что на базе своей школы, в сотрудничестве со своими американскими коллегами, он разрабатывает какие-то абсолютно свои новые методики в кроссфите, слэш-бодибилдинге, в общем, функциональном атлетизме. Поэтому мне кажется, что у парня очень большой потенциал. В любом случае, оставляю ссылку на его Instagram в описании под этим видео. Подписывайтесь на него, подписывайтесь на канал «Спортфаза перезагрузка» и не забывайте ставить галочку напротив колокольчика, чтобы получать своевременные уведомления о новых видео. Всем счастливо, пока!